20-й большой аркан. Кто бы что ни говорил, это мистика. Это когда происходят совершенно непонятные ситуации, необъяснимые с точки зрения логики, да. Но этому есть место в жизни. В жизни это случается. Раз это случается, оно имеет для этого энергетическое основание. Процесс это такой. Тайные, необъяснимые, мистические процессы. И объясняется одним словом мистика. И я это говорю Карагандинцу, чтобы он понимал, что это. Какие процессы идут. Почему это так. И тут логику не надо включать. Когда мистика пошла, логика не объяснит.